Значит, такие вот дела. Надо попасть в поток мыслей, да, чтобы говорить. О чем я хотел сказать? Интересный такой сейчас феномен прослеживается. Опять же, да, опять про войну мы будем говорить. Выступление Пашиняна, да, вчерашнее, не вчерашнее, позавчерашнее, там он как бы интересно раскрыл феномен своего народа, да. Естественно, феномен армянства изучается и будет изучаться очень много, да, тем более после этих событий, когда, как говорится, вот этот вот пелена, как бы код будет раскрыт, ну, так скажем, да, разоблачение произойдет, то, что король-то голый, да, так скажем, когда химера вот этого армянского, так сказать, назовем это нацизмом, да, будет вскрыта. Значит, что я заметил у Пашиняна, да, кодовая такая вот, кодовое слово, идея, да, химера в чем заключается? Он заключается в том, что он интересную вещь сказал. Он сказал своему народу, давайте договоримся, что мы не будем бояться. То есть, это настолько, вот, Дейл Карнеги, не знаю, аффирмация, настолько такая интересная такая, и мистическая вещь, и смешная, и трагическая, да, очень даже как-то грустно стало. То есть, действительно, этот народ живет не в реальности, а в играх, да, в играх языка, в словесных играх. То есть давайте договоримся не бояться. То есть давайте договоримся, что Ереван старше Рима на 25 лет. Давайте договоримся, что вот эта гора – это библейский Арарат. Хотя любой маломальский ученый знает, что Арарат – это совсем другая гора. Да? Арарат, библейский Арарат – это Джудидах, который находится на границе Ирака с Сирией. То есть там буквально, не знаю, 1000 километров от Арарата. Но они говорят, вот давайте договоримся. Окей, они говорят, давайте договоримся. Давайте договоримся, что Ереван, то есть столица Карабахского ханства, который построил Иван Гулыхан, что это армянский город Ереван. Давайте договоримся, что самая лучшая вода в мире – это вторая вода. То есть у этого народа действительно все строится на договоре, на общественном договоре, консенсусе, да? Вот это настолько меня поразило и вскрыло код армянства, да? И поэтому для них самое главное – это Википедия. То есть все, что написано. Любой армянский аргумент – это что? Это Страбон сказал. То есть не то, что вот есть город Шамаха, есть город Баку, там Гянджа, там 1000 Табриз, Эрдабиль, да, азербайджанские, мусульманские, тюркские города, да. То есть мы говорим, что вот это город Берде, да. Это город Берде, там жили 1000 лет, там 2000 лет, там турки, обузы, мусульмане. Даже город Берде, по Куре туда эти скандинавы, викинги поднялись, кстати, захватили его, разгромили. Потом поэтому же Степан Разин туда приплывал. То есть конкретно, да, вот города есть, да. А армяне нет, говорят, что а вот в Риме на бетонной стене есть карта космическая, кстати, со всеми, с Антарктидой, с Америкой, со всеми, что это типа древняя карта, на которой написано Армения. То есть для них это все договор. То есть, и, ну, вся трагедия этого, вот этих вот Дейла Карнеги, да, что давайте говорить, что сидеть
там на помойке или там где-то на мусорке и говорить я в раю, там халва во рту сладко не станет, да, слаще не станет. Вся трагедия в том, что когда, да, можно, как говорится, вот этими договорами, словами, сказками, мифами себя утешать, да, что действительно там великая нация, там, не знаю, Ной, это был армянин, там Хайк, что все это армянское. Но когда начинается реальность, когда приходит вдруг реальность и берет тебя головой и начинает макать в унитаз, или просто по морде, да, вот прилетает кулак такой, да, и просто начинает тебя крушить, и твоих тысячу пацанов просто валяются на поле боя, то тут уже никакими словами не проходит. Но интересно, что они дальше продолжают говорить, что это вранье, этого ничего нету. То есть они умирают тысячами, да, азербайджанская армия просто их крошит, винегрет, рвет их, да, убивает тысячами. Они до сих пор продолжают, нет, все это фигня, давайте эту сторону мы не будем замечать, а давайте договоримся, что мы побеждаем, давайте договоримся, что мы выигрываем эту войну. Вот насколько, вот этот феномен, его надо очень долго изучать, над ним работать. Короче, мне жаль этот народ, особенно вот такой популист, когда такой популист становится президентом. Ну, каждый народ достоин своего, да, правительства. То есть они выбрали его, Пашиняна, трипло популиста, потому что он соответствует их ментальному, их сознанию, да. И он отвечает их видению мира, карте мира. И вот эта карта мира, и как говорил Кожибский Альфред, карта не есть территория. А они принимают карту за территорию. Но, к сожалению, эта карта для них очень смертельная. Еще такие дела.